Всем привет! Ну что, продолжение следует. Нам еще немного привезли растений. Мы сегодня будем расставлять, а завтра посадим. Сейчас покажу. Это выбор ритульки. Я не знаю, куда она это хочет посадить. Она сейчас на пляже с детьми. Как-то приедет, расскажет. А вот это то, что не хватило. Двух растений я вам говорила. И вот эти две цветущие красотки. Ну и мои любимые круглые туи. А про эти красотки я вам сейчас покажу у соседей. Вон они, смотрите. Это вот они. Вот такие красивые кусты бело-розовые. Это как раз это будут вот такие. Они тоже очень быстро растут. Их, кстати, можно формировать и как дерево, и как кустарник. Я бы сделала как мини-дерево-кустарник. Ну, то есть чуть-чуть бы дала рост, а потом бы дала возможность разрастаться. Сейчас будем расставлять и смотреть. Вот наши посадочки. Уже подсохло. Жара страшная стоит, поэтому сейчас будем чуть-чуть, буквально солнце перестанет так печь и начнем поливать обязательно. Скоро здесь будет красота. Завтра уже вот этой кучи не будет. У нас здесь будет ровная земля. И мы будем сажать красоту. У тебя еще один малыш появился, да? Мартин, ты нормальный? Гостей облизываешь. Мы приехали в Лексус. Вот такая. Белл, покажи свои шортики, тетя Оля подарила. Шортики такие крутые. И мы едем в Лексус. Ой, идем в детскую комнату. Я покажу, какая тут красота. Мы сначала думали детей отвезти в детскую комнату. Милан, куда идешь? Мы в детскую комнату. И поехать по делам. Ну, я подумала, что, наверное, надо все-таки на пляжике затусить. Короче, вон там пляж, вот это аквапарк, а это детская комната. Платишь за вход 500 теле, ой, 50, 500 рублей, если округлить. И все, и дети тут развлекаются с аниматорами, тут такой вот городок у них красивый. Сейчас вам покажу. Какая красота, аквапарк, пляж, бассейн. О, да, какая тачка у них стоит. А это наша веселая компашка. Трое мамочек и пятеро детей. Мы пришли в аквапарк ровно в тот момент, как он закрылся. Дети, конечно, ковыряются, но облом. Вот так приезжаешь в отель на целый день и чувствуешь себя туристом. Отдохнул и едешь обратно домой заниматься делами. Я не могла не заснять эту красоту. И красивые горы, закат,